Так, всем привет, я FlashDem, очень рад видеть вас на своем канале. Сегодня у меня очередная посылка, заказал я на AliExpress, вот написано Monopod, да. Стоимостью, так посмотрим, 6,79 доллара, да. Так, долгожданная посылка, давно хотел пользоваться Monopod, это удобно, так что начнем открывать. Так. Так. Держатель. Так. Так, посмотрим, что в комплекте у нас. Сам Monopod, пульт, который работает через USB. Он для Android и iOS, Android, фу, божечки. iPhone, так. Держатель для телефона, вот он такой. Сам Monopod. Так. Так, посмотрим. Ручка резиновая, удобно держать будет. Так. Угу. Так, мы сделаем. Отлично, щелкает. Попробуем все это дело установить. Так. Закручиваем вот это колесико. То есть нам не нужно проворачивать сам держатель телефона. Просто здесь вот закручиваем. Так. Здесь закрутили. Держится. Плотно, хорошо держится. Так, получается, вот регулировка здесь есть. Положение, да? Вот, хотите так, хотите вот так. Направляйте телефон свой, да? В будущем. Так. Сейчас попробуем ставить телефон. Кстати, пружина такая довольно-таки жесткая. Это хорошо. Вот есть такой вот язычок, можно за него подымать. Вот, проверим это на Samsung небольшом своем. Так. Угу. Так, что-то пошатывается у нас. Чувствую. Телефон держит хорошо, но пошатывается. Сейчас подкрутим, попробуем, не знаю. Ага. Все равно что-то болтается. Так, хорошо. Попробуем переставить. Как-нибудь вот так. Угу. В общем. Как видите, люфт вот есть. Есть люфт все-таки. Небольшой. Да, это, конечно, прискорбно. Так, ну посмотрим сам Monopod, как он раздвигается. Раздвигается он нормально. Вот. Но сейчас поговорим сразу же о его минусах. И он уже есть. Так, смотрим. Получается, фишка в чем? Вот запомните упаковку. Да, вот такая желтая, Monopod написано. Что здесь еще? Ну, в принципе, ничего такого. Фишка в чем? Что когда мы раздвигаем, вот я покажу вот так, да. Ручка прокручивается, то есть, в принципе, плохо то, что если тяжелый телефон, он может провернуться, понимаете, в чем дело. Вот, я видел моноподы, у которых с одной стороны такая идет как, ну, прорезь, не знаю, что ли, такая вмятинка, по всей длине полоса, и тогда он не прокручивается. Вот, а этот немного прокручивается, ну, я думаю, терпимо. Если телефон небольшой и не тяжелый. Вот. Так, хорошо. Ну, в общем, так. Стоит не так уж много, поэтому я думаю, стоит того. Так. И пульт. Посмотрим, что у меня здесь. Пульт. Такой. Угу. Вот такой вот пультик. Вот так. Включаем, выключаем, вот, так, включили, загорелась лампочка, вот,
Так. Работает все просто по USB мы, получается, подключаем его. Вот. И потом в дальнейшем будем нажимать на фото вот этой кнопкой. Вот. И фотографировать. Ну, вот насчет видео, я так понял, на видео он не реагирует. Вот, в принципе, так. Все просто. Вот он здесь, да, идет шнурком. Опять же, это не столь уж важно. И самое главное. Сам зажим держит хорошо телефон. Это я прочувствовал очень жестко, получается. Вот. Так. Ну, конечно же, вот здесь пленочка отходит. Такая какая-то она. Китайская, ясное дело. Опять же, монопод недорогой, поэтому что мы еще от него хотели. В принципе, за эти деньги, я думаю, качество вполне. Вполне. Вот. В принципе, все. Спасибо вам большое за просмотр. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, пишите комментарии, что не понравилось. Спасибо всем. Пока, ребята. До встречи.